Дача выглядит так 2 октября. В ведрах вода, остатки. Здесь вот кабачки замерзшие. Надо бы их собрать, конечно, протушить. Ну, а тут яма, куда я беру глину для того, чтобы выкладывать трубу, да, печную. Ну, одновременно это для усиления плодородия матушки земли, потому что будет засыпаться черноземом, травой, всякими другими вещами.